Ой, надо еще раз петь. А, вы знаете, она не записывалась, оказывается. Надо еще раз петь. А мы еще раз. Супер. Попьем. Давайте. Ну не сейчас, чуть позже. А что-то другое. Ёлы-палы. Я так записывала, она закончилась, оказывается. Я смотрю в книгу, вижу фигу. Ёлы-палы. Ну, обалденно, супер. Так, следующий концерт немножко позже. Мы опоздали. Вот я думал, что записывалось, а оно не записывалось. Окей. Но ничего, next time. Мы вернемся. Очень хорошее было исполнение песни. Аллилуйя. Когда имя Господа звучит на разных языках одинаково. Не важно, на каком языке оно звучит, но содержание одно и то же. Господь есть Господь, и Его имя божественное. Не важно, на каком языке оно произносится. Ну, кстати, Balearic, мы, I miss the Balearic, yeah? The Balearic, а что там у нас творится? Мы сейчас посмотрим, что там у нас за Balearic. Какая красота! Краски, наверное, не хватит. Или хватит? Краски хватит? На всех. Как здорово. Немножко темновато у нас, но будем надеяться, что будет хорошо. Окей. А, вот прекрасный бодиарт. Дима, это кундалини-йога? Да. Кундалини поднимай. Можно я сниму? Классно, супер. Встаньте, пожалуйста, ровненько, будьте любезны. Класс, супер, обалденно. Вот живой пример, body art, энергия, чакр всех, начиная с первой. Обалденно, супер, cool, класс. Здорово, спасибо, благодарю, Дима. Очень здорово. Древний Киев, что это здесь у нас такое? Так, Древний Киев, парк России. Так, кращий семейный вид починок. Для тех, кто не понимает на украинском языке, мы переведем, что это самый лучший вид починок, самый лучший отдых каждых выходных. Развлекательная программа. Так, Древний Киев, да-да-да, 20 гектаров, замечательно. Та-да-дам. И это у нас где находится? Копач. 45 минут от Киева. Замечательно. Станция метро Выдобича. Совсем рядом, кстати, отсюда. Замечательно. Аллилуйя. 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 Так. Немножко подвертываться. Надо, пора идти на линейку. Сейчас линейка начнется у нас через 15 минут. Здесь у нас вегетарианские шашлыки, кстати, готовятся. Вегетарианские. Да, все на вегетарианском основе. С виду они как натуральные, мясные, но содержание очень важное, они вегетарианские. Благодарю. Так, да, кстати, клещи. Не забываем, что здесь клещи везде. Вот такие вот они страшные, громадные, и могут напасть на вас. Поэтому будьте очень внимательны. Клещ. Опасная штука. Что здесь у нас еще есть? Такой фестиваль солнца и луны. А, как интересно, фестиваль солнца и луны. Так, поиграем в сказку. Фу. И когда это будет? 1-3 июля. Замечательно. Еще одна маленькая новость, которая у нас есть. Летняя школа психологии, кстати. А мне спасибо, пока не нужно. Пока нет. Здравствуйте, здравствуйте, Матаже. Как вы по-славянски? Мы говорим Хари Кришна. А вы как говорите? Мы говорим здравствуй, желаю здравия. Здравствуй или здравия желаю? Когда говоришь здравствуй? Алло, здраво. Привет, что? Давай,
самое. Как вы говорите, здравия или здравствуйте? Здравствуй, это и есть. Здравствуй. Пожелание здравствовать. Здравствуй, то есть это правильно будет здравствовать. Да, и поэтому потом мы еще можем сказать благодарю, да. Потому что дарим благо, благо принимаю. Благодарствую. Можно если принимаю, да? Если я принимаю, то благодарствую, да? Благопринимаю. А я вот это прочитал, вот тут благодарствую. Тоже правильно. Можно благодарствую, да. То есть я когда принимаю, это я как бы даю тебе благо назад. Ты мне благо даришь, а я тебе даю благо назад. Еще там очень здоровая была статья такая, что если тебе дарит человек, которого ты не знаешь, что тебе дарит, ты не уверен, что он дарит от сердца, тогда ты говоришь ему, так сказать, такой пароль такой, благодарствуй. Когда даешь, типа, благодарствуй. То есть тем самым, как бы ты говоришь это слово, ты тем самым как бы снимаешь все неговоры, если там, возможно, какие-то будут наговоры, нашептания, то есть не принимай же вещи от людей, которых ты не знаешь, оно не есть правильно, да? Ну, потому что ты не знаешь, ты человека не знаешь, ты, в принципе, не знаешь, что он там может тебе дать. И в этом случае вот сказать такое заклинание «благодарствуй», и тем самым ты нейтрализуешь вот эти все наговоры, которые могут быть там. Интересно. Да. У нас это пространство юрты, тут музыкальные. Да, я у вас вчера там был, да, и у вас там было очень-очень благостно. В котором часу у вас там будет? А вот Богуслав будет даже какой-то мастер-класс вести, да, и лекцию сейчас на полчетвертой линейке, а потом вечером, да, будет. Да, вечером, вот, скорее всего, вечером я приду, да, потому что у меня сейчас тоже класс. Но здорово, у вас так атмосфера такая хорошая. Да. Ну, с женской энергией, которую вы наполняете, это очень здорово. Благодарю вас. Да, да, все хорошо. О, кстати, а здесь вот вы можете узнать свое биоэнергетическое состояние, ауру своего поля или ауру своего тела, вот это будет правильно сказано. То есть можно провести диагностику, и вы определите, насколько сильна ваша аура или то, над чем надо работать, чтобы ее усилить. Или, впрочем, и контактная информация у нас где, Олег? И контактная информация у нас будет вот здесь. Сейчас я покажу. Вот телефоны, по которым можно обращаться, получить консультацию и получить рекомендации определенные. Если вы хотите протестировать свою ауру, свое энергетическое состояние, поле. Или совместимость партнеров, мальчик-девочка. О, это очень, кстати, важно. Совместимость мальчика-девочка. А что здесь у нас? Это Арина написала книгу. Сейчас она подойдет. Написала книгу свою, называется «Что есть то, познав то, познаешь что». Это, ну, как человек ищет что-то в жизни. Ой, кстати, она, а где напечаталась? Кстати? Не знаю, вот она. Мне очень... А где сейчас, она? Подожди, Ирина. А мне, если она занята, не надо, не надо, я попозже. Потому что мне как раз это очень тоже интересно. Скоро надо печатать книгу. Ну, она не хочет. А, я вижу, она занята, да, занята, да. Отлично, отлично. Вот у нас вот это автор, который написал эту книгу. И этот автор... Арина. Это девушка. Надо узнать по заинтересу, где она напечатала эту книгу. Формат, ну, крупный текст, ну ничего, в принципе, нормально. Главное объем, что изначально должен быть объем хотя бы 150 страниц. Да, сколько здесь у нас с вами страниц? Страниц 160. Отлично, как раз 150 есть, отлично. То есть в формате все, она вместилась. Замечательно. Книга такая стоит приблизительно 150 гривен, насколько я знаю. И вот... Сейчас я даже могу сказать, где... Добавить. Ну вот ее, смотрите, да, вот здесь можно ее добавиться, ага, к ней. Да, Арина, да, Лотос. Я уже показал, да. Вот, Арина, да, Лотос. Да. И попросить у нее эту книгу. Свидетельство и да, она вам подпишет еще, да. Да, это очень важно, кстати. Это будет, да, очень историческое явление. Ну да. В принципе, довольно-таки книжка интересная. Я читал. Не сомневаюсь в этом. Я читал еще, когда она не вышла в свет. На а что, мысли, на что здесь у нас вот здесь, то, что у нас написано? Ну, тоже такие автор, штучки. Автор-серетник. Ну, тебе завести канал, так весело ходишь, снимаешь. Конечно. А ты как-то, блин, этим заняться. Ты общаешься с этим, это одновременно тебе. А люди с тобой общаются. Да. Или тебе потом пишут. Да, прикольно. И более внимательно смотришь на что-то, обращаешь внимание на то, что раньше не обращал, совсем с другого с точки зрения, да? Люди тебе пишут, ты так, ты так. Да. Ну это хорошо вообще, мне нравится. Конечно. Надо. Кстати, у тебя получится, ты у нас... Такой общительный. Общительный. Я по настроению, да, общительный. Ну, так, ну, творческая работа, она есть, да, по настроению. Настроение, она не может быть по примусовка, по примусу, ну, да, чтобы это. Ну, да, пробуешь туди, коли хочется. Короче, надо канал свой тоже делать. Это тем, он, кстати, я не знаю, что до чего участвую. Джинчика сними, джинчик такой прикольный. А кто такой джинчик? Ну, он с бородкой, чувачок такой. А ты сам? Смешной. А, прикольно, да. Да. Джинчик, скажи какую-то мудрость жизни людям. У вас очень интересная борода, такая вот она особенная. Скажи мудрость жизни людям. Как вы, где, по какому парикмахеру вы стрижетесь? Скажите, пожалуйста, расскажите.
приезжайте на сказочный город. И подстригут, и заплетут, и... Вот у нас на сказочном городе делают все, кстати. Все, что вы хотите, любые прически, любые... Даже бороду могут приклеить, если нужна. Вот как... Бритва пати, может быть, да. Все трастые, все раз, на лысые, да, все. Вот. Замечательно, здорово. Всем вкусненько. Да, благодарю вас, все хорошо. Хорошего дня. Так, ну что, пойдем мы дальше в сторону линейки уже, пожалуй. See you there. Пока, guys. Угу. Роспись Ханой. Фу, какая привлекательная реклама с девушкой. Это ваша фото? Вау. Вы очень хорошо выглядите, я вам скажу. Но в жизни вы намного лучше. Картина все-таки это картина, она статика. Всего хорошего вам. А мы продолжаем наш поход в сторону. В сторону сцены. О, здесь, кстати, очень красивое. Какое разнообразие. Большое разнообразие на разных сережек. Любой выбор. И автор Елена Солнечная. О, здесь тоже рисуют, как так здорово, что у нас здесь рисуют, девушки. Добрый день, девушки, что вы рисуете? Роспись по шелку у нас, батик. Оу, а что вы делаете для того, чтобы он потом сохранился в таком виде? Это порукрепляемые красители, закрепляются на пару, не получаса, и потом, вот видите, у меня платки, их можно стирать. Nice. И долго ими радостно пользоваться. То есть это вы просто потом специальные растворы окунаете? Нет, закрепляю на пару, подвешиваю на пару, и они там пропариваются, и таким образом закрепляются. Здорово. Слушайте, а какая краска? Это что, типа, это какие-то специальные краски, да? Да. Специальные парозакрепляемые красители. Здорово. Я бы на вашем месте взял бы такую большую, такую, и каждый бы нарисовал то, что хочет. Ну вот мы продолжаем. Так и есть, каждый. Ну это такая серьезная работа, я не умею, мне прямо как-то жалко туда лезть. А я первый раз тоже, я не умею. Все в первый раз. Да. Но мы раскрашиваем. Класс. Можно отдельно с собой забрать, вот мандала. Вот, так сказать, разные размеры. Можно платок нарисовать здесь. И можно еще подписаться. Каждый свою картинку написал там свое какое-то никнейм, да? Свое имя. Да. That would be cool. Ну, обычно у меня, когда на мастер-классы приходят, так и это нарисовали платок, внизу поставили. Подпись свою. Увековечили. Да, этот шедевр создала именно я. Замечательно. Вот, некоторые пишут даже, когда в подарок рисуют, пишут там... Пожелания, стихи целые, наполненные любовью, Маши энергией. Любимой. Здорово. Так что? А вы вот начали только вот эту часть рисовать, да? Эту девушку, а я вот эту, да. Здорово. Да. Это вы сами... Ну, контур нарисовала свет. Вы за закрас... Ну, это тоже здорово, как рисовалка. Нет, я рисовала тоже... карандашный рисунок. Угу. Да. А все остальное? Вы рисуете резервом, наносите... Это специальный состав, ограничивающий растекание краски. Здорово. Вот, а потом вы расписываете то, что вы ограничили. Здравствуйте, проходите. Очень красиво. Расписываете уже красками. И вот можно сделать такую собственную картину. Да. Которая вековечится в шелке. Здравствуйте, Диана. Рассказывайте. Alright. Что вы хотите рисовать? Так, пора на мастер-классы. Да? Здравствуйте, Таня. Я паузу сделал. Итак, я продолжаю торопиться на мастер-класс. Сейчас линейка мастер-класса. Надо объявиться, записаться. Вот здесь у нас полеты, луна, луни. Так, здесь всего очень много чего интересного. Нужно будет потом более подробно это все рассмотреть, остановиться. И здравствуйте. Вот такая прекрасная улыбка. Как можно пройти мимо? Столько все прекрасного. Так, итак, мы идем к полянке по дороге. А мы идем. И все тут такие прекрасные. Ой, да здесь ходите, столько всего прекрасного. Добрый бук. О, добро бук даже. Вау, здорово. Look at this. А что такое значит добро бук? Эй, look at this kitty. Kitty. Это что? Многоразовые тетрадочки, ненужную информацию можно вот таким образом стирать. Оп, и здесь, супер.
Это ваше изобретение? Не наши, это наши друзья. Классно, вы хорошо их представляете, замечательно. Спасибо. Мы снимем более подробно вашу презентацию доброй книжки. Благодарю вас. Hi. I'm sorry. Итак, мы идем по направлению полянки. Вот она уже подошла. И нам сейчас нужно записаться. Здесь уже народ ждет выступления тренеров. Не знаю, ли моя полянка еще осталась свободная. Мы сейчас узнаем. Я заказал номер 16. Если нет, тогда будет номер 17. Окей. Кто записывает полянки? За девушкой будете. Окей. После вас. Абсолютно. Здесь мы записываем поляны, номера полян, которые будут проводиться мастер-классы. Предварительно желательно посмотреть, какая полянка вам по вкусу. Если вы успеете, тогда вы ее получите. Если же нет, тогда вы получите то, что останется. Здравствуйте. Жители сказочного города в ожидании нового мастер-класса. Какая нам поляночка есть, здесь? Ярослава, какая вам поляночка? 16. Свободная? 16 поляночка. Сейчас, секундочку. Смотрим нашу поляну. А сегодня не на день пишут, нет? То вчера на день записывали. Ну, то есть тоже на день, да? А то у нас там записано, просто уточнить. Нам ее сохранили. Мы записываем нашу поляну. Надо, кстати, присмотреть хорошую поляну и забронировать, поставить туда надпись «Памятник». И что там с нашей поляной? Мы еще смотрим. It's okay. Мы ждем очень важный момент объявления. 16.16. Есть, это будет ваша. There you go. Thank you. There you go.